такого марша против палачей, есть марш свободы. Марш свободы сегодня обеспечен, как обычно, властью соответствующей повесткой дня. Это, вот подчеркиваю, возмущающие многие слои элит, по крайней мере, и общества, скоропостижный выбор в городе Москве, которые говорят о продолжающемся расколе и кризисе власти. И я думаю, что с учетом того, что одним из кандидатов, безусловно, на выборах мэра Москвы станет Алексей Навальный, один из лидеров Координационного совета, народ пойдет для того, чтобы пообщаться как минимум с будущим кандидатом в мэра Москвы. И не только с ним. Поэтому я думаю, что нам всегда власть дает повестку, дает некий мотив, повод для того, чтобы выступление было массовым. Вчера мы эту тему обсуждали в кулуарах и решили все-таки сейчас активизировать подготовку, помочь гражданским активистам более активными действиями для того, чтобы действительно марш был маршем. Марш свободы действительно вывел на улицы многие-многие десятки тысяч российских граждан.